بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. уважаемые братья и сестры, спешу поделиться радостной новостью из глубины моего сердца. Прослушайте это видео и перешлите это всем близким, родным, родственникам. Быть может, это видео поможет тем людям, которые уже на протяжении нескольких лет мучаются. Что произошло? Полтора месяца назад я проснулся и начал кашлять. На протяжении полтора месяца я кашлял. При этом у меня, альхамдулли, не было температуры. То есть так я не чувствовал, что я там болею гриппом или простудой. То есть я себя нормально чувствовал. Температуры не было. Сделал снимок легких, альхамдулли, пневмонии не было. Но был острый бронхит на фоне аллергии. Потом это все переросло в астму. Каких только я лекарств не пил, и антигистамины, и разные антибиотики, и ингаляцию делал. Очень много разных лекарств. Но, альхамдулля, при этом я и хиджаму сделал, и семена черной тмины тоже нет-нет жевал. Но это все, знаете, как бы то помогало, то нет. То есть один день хорошо, там другой день опять это все возвращалось. То есть не отпускало. Ночью не мог спать. Бывало, что сидя спал, субханаллах, ночью постоянно я кашлял, на протяжении я кашлял. Это кашель, знаете, с приступами. То есть, как начал кашлять, без остановки. То есть, до того даже это кашель доходил, что в голове какие-то звоны исходили. То есть, очень мучился. Коран не мог нормально читать, то есть, на вдох, там, на один вдох не мог прочитать аят. Голоса не было, то есть, менялся голос плохо сразу во время чтения Корана. Из холода в тепло зайдешь, кашляешь, из тепла в холод кашляешь, поменяешь положение, кашляешь. То есть, если просыпался, например, с утра вставал, сразу начинал кашлять. Теперь скажите «Маша Аллах». Вчера вечером, альхамдулля, один брат, он сам покупает семена черной тмины, и сам же выжил, дал мне столовую ложку черного тмина, масла. Я взял это, подержал во рту где-то 3-5 минут, что-то из этого проглотил. После того, как проглотил, он мне потом говорит, надо было это все как бы выплюнуть, но я это все проглотил. Альхамдулиллях, сегодня я ночью проснулся, я удивился, думаю, что со мной произошло? Я ни разу не кашлял, я еще не понял, субханаллах. Потом начал читать молитву, альхамдулиллях. То есть я встал с постели, не кашлял. Обычно я вставал, сразу начинал кашлять, когда положение менял. Молитву читал, альхамдулля, макамами разными начал Коран читать. Вдох, выдох делаю, все, альхамдулля. Как будто, знаете, вот бывает разное, когда там исцеление приходит постепенно, а тут одним разом как будто я сделал большой шаг на полтора месяца назад. То есть как будто у меня это все астма прошла, и как бы я никогда не чувствовал астму. Ля хавля ва ля куввата илля билля. Я еще помню, знаете, где-то 5 лет назад я, когда общался с одним профессором, таким высококвалифицированным врачом из Швейцарии, я не говорил ему, что я имам мечети, но по имени, фамилии он понял, что я мусульманин, и сказал мне, вам грех жаловаться на болезнь, у вас есть черный тмин, убивает все микробы. Также вот недавно один имам мне сказал, что одна бабушка, она мучилась на протяжении нескольких лет от астмы. Я ей дал черный тмин, масло черного тмина, она выпила на ночь, потом с утра звонит, говорит, хазрат, где это можно найти, субханаллах, говорит, то есть я первый раз за несколько лет спала очень, то есть, субханаллах, без кашля, без астмы и так далее. И так она вылечила свою астму. Поэтому садака расулуллахи, саллаллаху алейхи вассалям, сказал истину, субханаллах, касаман бин ман ахаллал касам, я клянусь тем, кто сделал клятву дозволенную. Сказал истину наш посланник Аллаха, саллаху алейхи ва саллям. Тот, о котором сказал Всевышний Аллах в Коране, «Вама янтыку анил хава, ин хуа илля вахью юха». Ничего он не говорит по своему желанию. Каждое слово сказано им – откровение Аллаха. Посланник Аллаха, саллаху алейхи ва саллям, в хадисе, который привозит имам Бухари и Муслим, от Аби Хурейра, радаллаху анху, передается этот хадис, где пророк Мухаммад, саллаху алейхи ва саллям, сказал, «Хаббату сауда». Шифа мин кулли да илля сам. Черный тмин, исцеление от любой болезни,
кроме смерти. Я прошу Аллаха Субхану ва Тааля, чтобы Он исцелил нас, в первую очередь наши сердца, наши, также наши тела. Дай Аллах Субхану ва Тааля, чтобы в этом видео была польза для нас, для вас, для близких, для родственников. وجزاكم الله خير وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.